А, еще эти два. Ну да, три. Я не то сделал. Чем? Да. А где был блин? Так, вот рыба. Пристабов. Где там шароебец? Не срывать тебя, бро. Почему меня пиздит моб, нахуй, я не пойму. Ну то, что заранее щитки кидаешь. Алдорама на пульте. Синтек забери. Ну как бы на пол один. Вы там по кинетике не забывайте играть. Нормативная лексика. Ты что там, блядь? Или сет? Ругаешься, что ли? Не, я не знал, что написать, хуйню написал это. Ну, типа ты ненормативная лексика написал или написал какую-то ненормативную лексику? Я просто написал ненормативная лексика. Вадикон, сейчас сорвешь. Я могу сорвать. Уйдите, тут тела, рудите, все вам пизды дадут. Уйдите оттуда. Там вара грони набирает, он просто стоит в сторонке. Не трогайте, ничего не делайте. Мэтт Фокс, блядь. Стопните все по келе, уйдите оттуда. Пиздите лучше. Потом кинетику проебали, да? Всякий шлак. Ты иду на минутку. Ну, перчатки хорошие, если бы не были, если там духа не было бы. Стоп.
Да, я пособираю. Хунь. На лане смотрите, не бейте секунд 10, чильте нахуй, иначе будет проблема, будет вайп. Главное, чтоб не дали геру. Трэш? Пиздите, блядь, тактик ходит Шаревис, они всех остальных, блядь, хуярят. Че вы там лежите, вставайте? Вот, может, хила добавим. Хила тут у нас 4, по-моему. Да, справимся. Раз 5. Как 5? 4? 5 хилов. Я просто попросил себе получить 2 косаря мана лишних. Поэтому я не в пятой. А, бидон? Ну, бидон, хукмас. Кто там по хилам? Ну, 4 хила, что вы рассказываете сказки? Врахил, бидон, хукмастер и Войт Спирит. Все. Где вы пятого нашли? А, Мэтфокс в сове. И в Архель в первой пати. Давай, Мэтфокс, в Вердру. Да, еще в первой пати холипал. Я ж назвал Врахил, Хукмастер, бидон и Войт Спирит. 4 хила было. Ну ладно. Давай Мэтфокс в этого, в дерево. Не, Хукмастер послабее. Надо Мэтфокса дополнительно. Кого вы сумоните? Все тут. Я топу сумони. Там далеко я стоит. Тут. Я далеко стою, чтобы крикнуть. Сейчас она крикнет и придет. А, ты курицу себе делаешь. Да, блядь, сразу бы всегда наорал. Это бывает не сразу. Пизда противная курочка. Заханыч тут, не? Молчит. Не вливайтесь сразу. Не бейте секунд 10. Покурить. Аккуратненько. Вот ППС-очку. Да, по укусу ППС-ка не помешает. Вот по укус. Бидон.
Ну, спак там сбежались, ебаный в руку. Ну, блядь, черик вообще. Там Оливи не знает, наверное. Оливи, ты не знаешь тактику? Не чекай лучше шмот Оливи. Да, что там за магонбок? Петельва. Я вижу, у меня сразу же экран весь горит. Там шеи на ловкость, как минимум. Это же Соник, по-моему, нет. Быстрее. Магина вынес. Радар, Зуханыч. Как дела в рей, нахуй? Шалфир, ты просто лучший. Как дела, блядь? А что укусил, да, Лока Таламо? Invisible вынес. Бищи, блядь. Когда мы 16 укусов начнем бить? Я в ахуе просто, блядь. Что не рей, то укусы проебывают. Че, сука, другого укусить никого нельзя, что ли, или как? Религия не позволяет. Ебать, один укус остался. Мне свинину нельзя. Кринж, нах. Кринжа нуля. Бидон тени. О, почти, понимаете. Ну такой рейд Гири бы ни хрена не сделал. Это вообще кринж какой-то. Мы сбежали. Бидон, тени. Укушу инвизибла. Магина, вынести. Багруха. О, сегодня день боешек, да? Это тебе за страдания. Натуре. Вообще-то это нам. На бутылке. Обычная багруха. Челики сотку нажимают. Ну а вдруг? Ну а вдруг поменяют? А вдруг? Ты только и посмотришь, ну ладно. А вдруг Надежда умерет последний? Сколько нету, да? Вон на Ливии закинут эти защитники. А чё, там прям все плохо? Посмотри, Лока. Там шея на локте. Вот не смотри. Ох ты, блядь, а я забыл. Ёбаный, нахуй я открыл?
Ёбаный. А это наш человек? Ну и все, чё вы, блядь, одевается парень, чё вы, блядь, начинаете? Это девочка. А, ну одевается женщина, блядь, и что теперь нахуй сделать? Женщина. Женщина, не мужчина. А ты откуда знаешь? Факт, женщина, не мужчина. А вдруг она сюрпризом, блядь. Понятно. Вот такая, Таиланд. Метров 25, да? Ну ладно, с таким похожим, в принципе, терпимо. Ничего. Ёбаный в рот, уже должны были в это время на лече быть, убивать. Уже леча, лич уже падать должен был. Ну да. Уже на третьей фазе леча должны были. Да. Подожди, сейчас еще часик на Сендре. Прохиливать комнату. Чего вы так про Синдру думаете? Чего в ней сложно? Можно пойду посплю? Нельзя. Че, делаем ставки, сколько отвалится, нахуй? Я навалить еще сусану. Я думаю, что мы с первого трая должны ее закрыть. Ставлю как голды, что с третьего трая минимум бьет. Синдру, не с первого. Кап голды? А вы каркаете? Ну, косарь голды, конечно. Ставки на голды для себя. Кто выиграет, получает тройное. Ну, касается ГП. Но это уже интересней. Вот бы еще охотницу отвернуть. Стан дается. А если абсорб слоны? Абсорб силом. А, тебя за хил плюс абсурд? Угу. Сейчас скину. Да, здесь что, направилось? Нас, у меня дискорд вылетел просто так, ну. Ну, кстати говоря, что-то не то. Хорошо, блаженько, или еще что? Ты намек, что ты не стримит. Закрой рот, блядь. Так ты можешь посмотреть статус ошибки, нажми Ctrl плюс R. Тример, блядь. Все равно никто твой стрим не смотрел. Я смотрел. Я же смотрел. А что такое? Почему он отправляет не то, что надо? Да кринж какой-то. Спасибо, спасибо, брат. Абсорб плюс хпс сломан. Ну. Типа, я нажимаю это отправить, а отправлять какую хрень на дебидон на первом месте. Да я что же немного прихлынул бы хоть. Слушай, хрень бидон на первом месте. Типа Эршамы не хилят или? Ну. Не то, как мы стояли. Если бы стояли все в одном паке, да, он бы нахилил. Мы же стояли все в пусть. Везде. Не его расстановка босса просто. В принципе, не его боссы. Ну, кстати, сейчас вообще было очень мало, нелегко. Вообще похилить не дали. Там тупо Джага наиграла, так сказать. Это все просто лишние два команды. Обычно и поинтереснее, ебать, два команды пизда ощутимо. Конечно, поинтереснее, когда ДЦ нет. Просто лям маны. О, лям хп Джага, понимаю. Я тебе говорю, просто я смотрю, просто люди не садятся. Так как будто если никто не просаживался, хилить ничего будет. Два бича упали, потому что стояли рядом, их тупо шутнуло. Да-да, меня не прохилили, блядь. Да-да-да, расскажешь. Да-да, расскажу. Радар, блядь, посмотри, дурилка. Да, ты видишь. Алло, я стоял один, блядь, и когда до взлетки, блядь, я был уже половинистый, нахуй. Тебе надо было, блядь, правее встать, ты возле чего вставил. А. И вот глаза разуй сначала, блядь. Да больше стоять радар, чем показывает. Да, ну я не знаю, то ли это носилось. Надо, блядь, радар ставить нормальный, а не ебаный текст, вот и все. Ну да, там должен быть именно радар. Не хочу, бухать. Стоит возле двух типов, блядь, умирает. Картинки, лунга. Я один, ты нахуй вообще я там слепой или чё, блядь, не угоняешь? Я тебе ещё раз говорю, блядь, она когда взлетала, я был уже половине. Куда вы забегаете? Волгрим, стой! Фрэш, кто будет, блядь, бить? Оха, не буя, погоди, рано. Это он согрится, босс. Ну, кстати, я смотрю, по всех больше до сих пор хорошо, мон регенит. 8,5 кусков за
за Вальку, ой, за Лану. Давай прогулку по порталам сделаем. Там мах отошел. Плохо. Кайфуй с ним. У меня проездная есть. Проездная. Почему не проездная? Про троллейбус видос не видал. Я только про АБМ увидал. И алфавит, да, АБМ? Есть еще про троллейбус. Там негры сгорели. Буква Б. Быдло. Кридж, что началось? Она че, черножопый, блядь, был? Или нет? Свечку залили. Либо ты человек, сука. Сука. Не надо, блядь, вы сейчас Майдара взорвете, блядь. Полупаешься. И хули ты пиздишь, нахуй? Твою дочку ебуть где-нибудь нахуй. А у нас кто-то доспех юзнул или нет? Из локов? Нет, похуй, наверное. Понял, черный, ну похуй. Олд Варлок юзнул. О, спасибо. Ты через... А, 20% этого входящего хила через хилить? Ну да. Можешь через рогу хилить. У нас точно так же 20%. А у них там 30, да? Или 40 на локе вообще. Это правда много. Ну там да. Ебаный вручную исполнять, это пиздец. Блять. Вече. Толстого заливается в последнюю очередь. Свечка? Свечка, маг стоит, блять, валдырный нахуй, похую всем. Мне просто хочется спать, блин. Угу. Тебе же вроде еще геру обещали. Или уже все? Хуй его знает. Да люди вон ждут, вроде, геру. Вроде ждем. 37 мало копится. 37 онлайн. Там, блядь, тебе. Это ребро максимум, да. Ну, мне как 4 первого босса, может быть. Ну, первые 4 в ЗС. Проходочка типа на мага и пока... Ебать. Проебали пацана. Да ебаный, ну... Это вы типа возле Валдырного на взрыве стоите, да? Или как? Можно Кош Ваниш блеснуть. Ну, типа... Кош Ваниш потенциал? Кош нож. Ой, это вам Ваниш нож. Шить. Ваниш нож покидать тело, да? А если, кстати, за Вальку там бой может спасти. Спать. Синтек, ты заебал. Хули так далеко, типа, блядь. Я что, буду туда-сюда бегать? Тут про давление справа, все. Свечка справа. Мне хорошо, завтра воскресенье. Отдохну на работе. Это как так? Так вот. Чем работа, что ли, скажет? Ебать, что там за работа, блядь? Чем работа называется? Охрана. Отмена? Ну так охраняют, блядь. А потом, блядь, с объекта железо пропадает, блядь, кирпичи, нахуй, понятно, блядь. Рельсы унесли, нахуй. Рельсы спиздили, да. Я знаешь, я так скажу, что при таком уровне коррупции, там, ну, это не охрана, ну, а клоуны, нахуй. Ну, типа, там настолько все устроено идеально, что вот, если ты директор завода или какого-то объекта там серьезного, то коррупция такие вещи позволяет. Ты можешь спиздить все, что хочешь, ну. Можешь себе дом, блядь, все что угодно построить. Да. Свечку справа залили.
Это все организовано. Что-то качок мел. Мел, когда, блядь. Комп не спиздишь. Эта хуйня, она не делается в одно рыло. Она, ну, типа, она организованная. Вот эту хуйню... Ты никак не вычислишь. Никак не вычислишь. Чтобы, ну... Там все делается, типа, знаешь, типа как... То есть бумажки, все, подписи, все это делается на раз. Вот. И ты никак, никогда не узнаешь, что у тебя спиздили. То есть, грубо говоря, ты уже наебан, то есть уже обворован, наебан и так далее. Обрыган. И ты никогда еще даже об этом не узнаешь. Там просто для козлов подпущения. Ну, если ты спичтой приори не узнаешь. В случае, если какая-нибудь конкретная кража, просто на охрану повесят, да и все. Не, если... Не, если спич... Ну, обычно так. Если это кому-то нужно было, то не повесит. Не, ну если ты имеешь в виду на посту, что ли? А ты же где будешь спать, на посту? На посту не спят. А где ты спишь? Ну, в расположении. На посту не спят. Там не поспишь, там, ну, на стуле сидишь и все. А сколько у тебя по времени пост? Ну, там по 2 часа. И потом уходишь отдыхать. Как караул, да? Через 2 часа работаешь? Да, там. Не. Ну там как, там сутки есть. Есть сутки, есть 12. Вот. Ты 12, да, работаешь? Угу. 2 дня. И Башел Фиру, конечно, на осколки везет, пиздец. Чё? А, блядь, один осколок за РТ. Просто нету. Да просто мы с ульды все забрали осколки. Спиздили осколки, блядь, у боссов, нахуй, еще до РТ, блядь. Кольцо неплохое. Ой, да. Да, пиздатое. Для, для варов охуенное. Кольцо огненное, да, выпало? Могильное. Могильное. То есть, колечко на могилку? Так. Еще и. А куда это мы идем, ребята? На синдру. Ну, будем трэш умираем. Там Войд вроде бежит. Вторые спустились, го. Да, надо желание проявить. По сути, осталось еще 2 босса. Вот за 20 минут. 20 минут. Да. Ну, по факту, мы сейчас идем сколько? Сначала справимся, сейчас 45 потом будем... где-то. Просто мы начали позже. Где танки, нахуй? Хороший вопрос. Не так в элементале, не мешай. Вы не бейте просто раньше. Так я уже после того, как танки начали бить. Катрисия, Новосибирск. Ну так дай бы. Еще бой сейчас спадет. Ну да, перед синдрой БР давать такое. Один хуй успеет. Это там следующий этот ивент с... Вот как у Синтека Элементали, я тоже хочу себе такой. Это следующий ивент. А, сука. Бля, у меня, короче, нахуй, вот, нахуй, эти заклинания работают, нахуй, когда трэш бьешь, нахуй, а когда на боссе, вот, через shift, нахуй, не работает, нихуя, а чё за хуйня, знает, у меня этот воду стоит. Ты сделай таргет равно mouseover, макрос, и назначь, напиши заклинания, назначь их на кнопки, на удобные, Q, E, R, T, Y, G, F, вот эту всю хуйню, F1, F2, и тыкай, мышку наводишь, мышкой ничего комбинации никакие не жмешь, тыкаешь просто кнопки эти. Куда, ёбаный? Вы чё исполняете, АБМ? Вы там чё, гомосек и бидон стоите, зачем? Бидон, блядь. Он, правда, гомотеком называет, блядь.
ебать, тупо разрывает. Отсосет за 10 сек. Так, за 5 отправлю, что ты, блядь, делаешь? Блядь, так так как-то проще читать, ну гомозит как-то тяжелее. За 5 отправлюсь. Лишнее движение языком. За сколько дашь за 5 минут? Не, помню, раньше была тема, типа, за сколько собаку трахнешь там или что, типа. За 5 минут, да? За бесплатно вроде там ответ, да? Да. А другой такой, да, блядь, за минуту ну, управлюсь, блядь. Пиздец. Очень интересно, где это у вас так было, блядь. Ну, ты молодой, блядь. Молодой, горячий был, да? Блядь, Сережа, ты чё такой серьёзный, не упомянул? Я, видимо, в районе не с голубыми стенами рос. Пёс. У меня розы. У меня были чёрные стены. И там было написано «Спайс, гашиш». Чёрные стены, блядь. У меня были белые стены. У меня только гудрон вместо жвачки с колой. Дурки белые не обманывают. Это факт. Блять. В дурке голубые стены наполовину. Нет, белые. Подожди, подожди, топа. Топа, а ты откуда знаешь? В гости к другу ездил. Это был я. А какое отделение, кстати? Какое там отделение? Усмирите, усмирите. Одеяние Мерлина там. Усмирите, усмирительная рубашка, да? Вот это вот хуйня. Бля, особо буйных, да? Да нет, они тебя просто привязывают и успокаивайся на хуяра. Ты-то откуда, блядь, знаешь? Голова дурная. По профессии, блядь, алё. Ты в дурке работаешь? Ну да. Ну, блядь. На работе посмотреть, потом ещё сюда приду, блядь. С нами опыта набирается просто. Да, обычно. Его аудиторию примечают, там, чукаво потом контакт с клином. Да хули, практика нормальная. Клиентуру тебе подберу. Знаешь, такой вопросик по дурке, а что-то как-то оформиться по-быстрому можно? Саня, слышишь, по-моему-то оформишь и по-быстрому. Абонемент, пожалуйста. Нет, это не вопрос, надо же интересует. Просто с диагнозом или что? А что там, сколько кормят? А интернет есть? Интернет есть? Но сигареты бесплатно выдают. А значит, интернет не обещаю. Надо интернет, короче, и тогда я записываю. А ведь сигареты бесплатно выдают. Пойду, пойду посижу. Роба, прикинь, из дурки ралли. Ты ж смотри, сколько ты на сигареты сэкономишь. На интернет хватит. Давай, Синтекс, смотри, сначала фул прожим, потом даешь массовый стан, а потом уже, ну давай, фул прожим, зубы дал, давай, массовый стан, массовый таун, точнее, еще нормально будет. Я 5 фпс ушли. 6 фпс. Вот они слева направо, ДКшники. 17. Не удержали. Ясно, алкоголики на ДК играют. Ну да, на танках. Алкоголики. Так. Синтек вообще говорит, 0 кадров было. А там всегда так на танке. Сколько IQ, столько КФРС. Нихуя себе. На так и есть. У меня 6 IQ. У меня меньше 12, тоже. У меня 41. Нихуясь. А хромосом сколько, Заханыч? Ёбай. 47. 130. В Архель 130 IQ, нихуясь. Это вообще, это получается, можно в одного проносить рейд. Можно просто проносить хотя бы. Что там за мазик? Не, ну если ты в дурке, можно вообще в соло все что угодно делать. У всех 200 ик, нифига себе. Нихуя там инструктуалы. Ааа, мастер больше выкинул. Ну ладно, ебать.
Катрисе 27. Ну хули, он вара хуль поделать. Что взять с котов? Шо коты, блядь? Ну, с Мишек рыбу там поебывают, да и все. Вот он на меня шипел сегодня, блядь. Саня, слышишь? Говори, короче, что у вас там сегодня пополнение, блядь, будет. Так, первый клиент есть, так, записывай. Рост, вес там, да. Как говорится, зубную щетку можешь с собой взять. Вич, зы. А если не возьмет щетку с собой, то что? Саня, шизиков много привозят? Тогда ёршик дадут. Ну как, по-разному. Сегодня, например, 25. 24 попрошу. 23. 37. Ебать. Сколько Малани, столько я додиков, шизиков. Мне кажется, те, кто в обычку не пошли, они не подходят туда. Те, кто в Ульдуар не пошли, вот эти не подходят. Так ты пошли, это пиздец, даже. Ну хули там. Особенно на Галоне, блядь. Вот как только начнем с первого трая убивать, если... Ну как только память себе поставишь, как только лагать у тебя перестанет. А ебать, это был, ну, я не виноват был, это что-то с сервером, сервер как хуёв. Только, так сразу. Это сервер все. Я не я, корова не моя, да? Это пиздец, ну, типа, никто не ожидал. Нихуя себе, Катрися подучился, ибо 295 нормально. Кто не ждал, вот опять. Вот, залагал. А тебе реально хуёво, или ты просто... Мне хуёво, я отхожу периодически. Кнопки нажимать не можешь. А что, у тебя давление или что? Да у меня все сразу, блядь. Называется пиздобол. Хуй упал вот этот. Ты же не знаешь, может, фронт человек больной. Да шу, ну блядь, это все шутки, парни. Пиздобол это ты, блядь, ты в стенку прижался, даже не отошел от чела. Бля, ебать ты, сука, Сейджу, конечно, злой, это пиздец. У меня пол хп было, я там нахуй на 2 хп выживал. Ты что, ебнулся, что ли? А пруфа есть, подожди? Какие пруфы, блядь, я твой стрим смотрел, у тебя было процентов 60 хп, ты встал, я как еблан, возле тебя смотрел. Два человека стоит. Он твой фанат, кстати, я заходил, там один был зритель. А ты чё такие низкие донаты поставил? На лане, блядь, прежде всего позиционка на взлётке должна быть. Красава нахуй, я стал там, где практически никого не было. А не фулл хп, даже если у тебя фулл хп будет, и ты встанешь как еблан, тебя убьют. Тише. Говорю, я прижался к этой ебаной стенке, там никого, блядь, не было. Хуль ты сидишь, меня дрочишь, справа и не понимаешь. Справа и слева, давай. Всё, Войт, да, это самое. Войт, тихо. Войт, сапрот, дай, пожалуйста, Войт. Вот, бомжу. Бомжу. Чё ты кашному пету трейд даст? А я думал, сам. Я думал, она шиза. Чувствую, сейчас будет вайп. Че, он исправил? Харе каркать, ебан. Сейчас все снесем, блять. Лича за 5 минут убьем. Зайду на охуенный стрим. Сейчас увидим. Я сейчас его выключу нахуй. Фреймы ебейшие вообще. Фреймы топовые, тут бесспорно. Пидорасы доебали. Врахель, ты тут? Xperl рулит нахуй. Чё ты доебался, не по... Пошёл нахуй! Минуту ты написал. Гнида ёбаная. Вырубил? Кому не впадло. Коня ёбнуть. Ну и уебаны на Сирусах. Ну, еще раз будет готовить. Там потом почитаете. Че там, выкатили что-то? Они выкатили нахуй слова какие-то ебаные очередные. Погибни! Вот, пожалуйста. Ебичи. Вот, пожалуйста, оформляйте, блядь. Кому-то там интернет блокирует, блядь, уже. Вы чё, ёбаные, блядь, меня убить решили? Блядь.
Сука. Короче, только на следующей неделе они выкатят новые бонусы. А ты 4. И только потом приступят к их реализации. Короче, да и хуй на них, похуй, блять, поебать. Месяц, нахуй. Не надо ничего ждать, нахуй. В смысле, они выкатят просто описание без самой реализации? Да, да, да. На следующей неделе только выкатят. А что, конченые, нахуй? Надеюсь, проебались там что-то на X2. А нахуй было, описание на просто выкатывать? Рахиль тут? Они все голову закатить на шею обратно не могут, блять, просто. Уверяй, черви сломали игру. По-любому черви виноваты. Опять поняли, что хуйни сделали совсем. Стака типа меньше подохнет, чем будет. Это хил-то будет, блять. Ну, я сказал стака типа меньше, вам похуй. Берти в Рахиля. Причудесный рез. Первая пати. Никто не уцелеет. Как мастер в Рея реснешь после глыб. Варлок лагаешь или чё? Да в том-то и прикол, хрен знает. Я портанулся на лестнице, и меня шотнуло. Ну, а сейчас посмотрим, от чё тебя шотнуло. Так и скажу. Так, обжигающий холод. Ну, видать, залагал. У тебя интернет, походу, ещё лагается. Ебать. Задержка появилась. Mm-hmm. Да, это начал. А у меня 15 кадров, у меня все заебись. 15 кадров это много. Ты с патчем играешь? Да. Вроде вот у тебя до этого меньше было. До этого 3 было. Было 3-4 всегда. Нихуя себе, блядь. Сейчас войду апнем, бля, будет 1000 кадров. Наперед все видеть будет. Просто там все, блядь, анимации вырезали. Шаманскую хуйню вырезали. Я даже отбегать стал лучше. Да еще чарки вырезать. Всякие способы, вот эти вот блестяшки. Угу. Они уже, ну, вырезаны. Там с шема, с ВХ, вся хуйня. Криптовил гений. Кстати, все лучше видно будет. Надо руки поставить. Фаза. Фаза. Все отошли в кружок. Мильки ушли. Блян. А чё, ну, не подхилить метку, чё дрочите, ебать, хилы? Веси. Блять, стаки кидаются на меня пока, да? Следующий туда же, не бейте. Хильте. Ждём притяжку. Относись, ставь рядом с ней, отойдите назад. После притяжки, после притяжки две этих зергаете. Зергаете? Великий, уйдите. Две зергоните, ну, вот эти, ну, быстрее. Быстрее зерганите, да потому что, блядь, вместо глыб босса бьют, нахуй. Сначала глыбы бьете, освобождаете людей, потом босса. Быстрее разбейте. Ты чудес. Чудесный вперед. Вот. Катрисия, Вара, Ресы, Мозу. Следующую тоже туда же. Ну,
Следующую звезду будет притяжка. И чудес. Заебеш. Разбивайте потихоньку. Разбивайте. Визит. Сейчас сразу будет. Вара не пробить. Это последнюю звезду и дальше герой фул ДПС по боссу. Все в сторону фул ДПС. Синтег, замени его. Рейся в сторону. Глыба. Смотри, как дела у вас там? Вам нахуй. Назад, все назад, идите и бейте глыбы. Назад. Не видите же синюю метку над головой, нахуй. Два завоевателя. Интересно, как она сдохшая кинула глыбу. Ну, так всегда. Шалфир, ГЦ. ГЦ с автором осколков. Осталось самое простое. Так, а что у меня на хиле есть, нет? У меня есть обычки. Главное из осквернения выйти. В принципе, да. На 1%. Да, было такое. Осколок есть или нету? Да, есть. Да, да, есть там. Да, есть. Чего лежите? Конечно, лесу я уже. Спасибо. Ну лечи там как-то сами ориентируйтесь, что с вальками, со скринами, все знаете. Что, покрутим ДПС? Крови. Где Old Warlock? АФК на синдре валяется. Патч, кстати, уже в канале, так что можете обновлять. Лимовская хуйня тоже срезана. Бидон. 24 бьем. Ну да. Бидон ты где? Он кидается как дополнительный файл, или типа с заменой? Дополнительный. И потом как запускать его? Через экзешник или через лаунчер? Через экзешник. Лаунчер шут у тебя должен быть выключен. Понял. Бидон. Блядь, бидон вылетел. А чё, мифик всё, что не играю?
меня там семейные проблемы пока. Перепридумывание бонуса занимает некоторое время. Да, проверяй. Доказать про червями. Нет, там же списали стрелы. Но они передумали, что-то другую хуй херню. Кровавые стрелы будут. Это подтвердили. Даже обидно. Кидали. Жалко, теперь не будет короля черви. Я хочу пройти Бладдыка. Делают из БДК какого-то ханта. Что там у Бладов будет? Стрелы какие-то, да? Да, ты берешь талант на червей, они превращаются в стрелы. И ты такой хант кровавый, пау-пау. Этот, блять, от бидона что-то нету новостей. Бидон 10 там нет вообще. Интересно, как это работать будет. Смотрел на бонус ФТКшников, они имеют 5 лет. Лагает, как начинают это будет работать? Слышишь, этот... Еще ФПС понизит. Че, он ДД нужен или нет? Кто у тебя есть? Мак. Давай, заходи, подумаешь. Казахует, я вижу. Катрисия, давай спекнись в хила на помощь. Бидон вылетел. Че, зайти ходить надо, че? Ну да, у нас два слота есть. Сейчас зайду. На Синдре, получается, в 4 хила добыли, да? Дайте шкаф. Да нет, вроде в 5. И... Чего? У меня показывает 4. Там гляньте еще, кто разбирается. То есть тоже показывает 4. Еще и бидон на первом месте. Ну да, 4 хила. Ну я же ног начали. Да. Ну, 4 хила. И вы поняли без меня. Печально. И бидон на первом месте, получается. Все. Mm-hmm. Аршам и хилит. Я не знаю, Аршама нормальный хил, что ты гонишь на Аршама. Были нормальный хил. Скажешь. Ну, это уже. Когда-нибудь ты мне расскажешь про Шама, который умеет хилить. Три эрдру, ДЦ и хапал. Мэтфокс, ну-ка давай в эрдру. Я что-то не вкуриваю, ты думаешь, мы что? Давай в эрдрушника. Сдохнем сейчас на заражение, пиздец будет. Кринж. И тебе ГП вибим. Mm-hmm. Чё, 6 хилов? Да а, какие? Нет, где ты 6 видишь, блядь? Не понимаю. Просто гомосек постоянно в пятой. А он еще и паладин. Гомосек, да. И еще и гомосек. И триггерит гомосек постоянно. А я могу, у меня есть. Пишите гомосеки. Запишем пидерасты. Бля, это пиздец. С вашим АФК я хуею, конечно. Ну что там АФК что? Это Мутфокс. Оливия. Пиздец. Ассо. Ебаный бастон. А чё, седжу Оливию тут, нет? Ебать, пиздец. Пиздец, блять. Охуеть просто, блять. Присумонились на платформу, сели нахуй. И АФК нахуй. Да, ГЦ, блять.
Вместо полтора часа мы будем 2.5 проходить. Орк Лавлок очнулся. Все, куда она сказала. А что, бери вон Орк Олд Варлока вместо Оливии. Ну, не писала ничего. Еще... Вроде нет. Ну, 2 КДПС. Пока выкинет. А, 2 КДПС. Ну, да, лучше почилить, конечно. Соседка доебалась. До меня... Еще минуту ждать, пока вылетит. До меня так соседка доебалась, нахуй. Кто-то, блядь, фармит рейды, бля, кто-то с соседками ебется. Да ладно, блядь. Ну, у всех свои вкусы, чё. Ну да, вкусы разные, знаешь ли. А, бабулька. Кому бабулька? Кому? Кому дедулька? Не бабулька. Да кому дедулька? Ёбаный рот, да. Хришка. Если у мамочек с собачкой. Тут 5 минут уже нахуй сидим. Я хуй знает, ну. А, вот я все перекинул. Да, блять. Можно было уже нахуй ребро убить еле нахуй. И леди. И корабли, блять. Угу. Ёбаный в рот. Сэджуал. Да шо тут, блядь? Шо это такое, блядь? Тю, пиздец, вайп, нахуй. Ну-ка, двигайтесь. Шалфиры должен быть с МК. Нет, всё. На 4 мага, гейпати собралось. Я перекину тогда нахуй шалфиру сейчас просто. И все, верните шалфиронька. Душниловка. Так. Быстрый поиск. Устранение. На-на-на-на-на. Сука, сентек. На-на-на-на. Излечение болезни. На-на-на-на-на. Но синтек танчик? Я себе. Да. Я по дисплею чему. Блять, он еще и в облике Мурлока, ебаный свет, блять. Да, еще на гроблах держит, так что аккуратнее. А, я понял. Олд Варлок побежал. Вадикон побежал. Олд Варлок уснул нахуй. Там бабуля. Бабуля, отлично. Высосала все силы, нахуй. Пиздец. Ох, какая. Мэйз. Я бы с ней зажег. Как в этом, нахуй. Всегда говорит, да, фильм, да? Типа, блядь. Да-да-да. Там пиздец вообще. Зубы так же выложил. Вот она была горячая. Бабуля не из робкого десятка, нахуй. На край заходим. Не первый. Но зато первой свежести. Да, это не точно. Ой, там аккуратно, блядь, с игрой, пиздец. Тихо, блядь. Лучше так. Пиздец. А, нахуй. Ты лучше держи, блядь, я в тебя напуливаю, он даже ДПТ его не держит, а. Спасибо, ДПСеры, что срываете моба, в который дышит. Вархель чума.
Который, который дышит в рейд. Спасибо большое. Разбежавшись, прыгнул. Прыгайте вниз, что вы, блядь, делаете? Не вставайте с тела, я крестом встану вам отрезом. Так, ну, вы, надеюсь, понимаете, да, что чем больше ДПС, тем меньше IQ. Поэтому стопните дамаг. 550 тысяч на сурке ДПС у прогресса, но они падают от того, что не бьют трэш. Мы не будем ему подобляться, мы просто стопнем дамаг, дадим 10 секунд на гроссинтеку, и тогда уже добьем духа нормально. Да бомжа одного не достал в масрис. А кто сорвал, есть инфа? Хуй его. Ну, я думаю, кто сорвал, сделал выводы какие-то, да? Вот неохота проходить рейды за 5 часов, охота проходить за полтора. Это все в ваших руках. Я не смогу за вас, за каждого сыграть. Хотя, если бы я умел бы останавливать время, я бы, наверное, сыграл. Зашел за одного. За каждого. Зашел за ДКшника, да, 10 секунд постоял, потом начал бить. Синтека нашел бы. За всех, блять. Тутилар плачет, я понял, ах. Да, блядь. Все, что остается, это только плакать. Спасибо за счастливое детство, блядь. Планировали. Травмировали мою детскую психику. Там еще лужи такие будут на второй, на третьей фазе, с них надо выходить. Ой. Еще и вальки будут. Да. Их надо убивать, контролить. Не налить под них. Серьезная хуйня вообще. Вообще пиздец. Короче, хорошо, что, блядь, твой не считает рейдчик. Не, там какая-то хуйня спамится, рекомендательный значок. Я щиты уже начал кидать, я не читаю нихуя. Сердечко надо. А что там в чате, я даже не... А, я понял. Пиздец, осуждаю такой. Не важно. Нашли виноватого. Отопился, вот там геморрой обострил. Уходить будет уже все. Топ не маг. А ВП султан. Ты уж синтека по бакнам. Нет, 77 ВП. Внимание, выходит гневный дух, его не надо бить. Внимание, выходит гневный дух. Следующего не бить. Не надо бить, его не трогаем. На полном все нормально. Внимание, прошло 5 секунд. Через 5 секунд можете начинать дамажить. Внимание, можно бить гневного духа. Бля, я хочу себе такой ДБМ. Внимание, выходит следующий гневный дух. Вот этот сильно не бейте, подожди. Не бейте вообще, стоим 30 секунд АФК. Смотрим на платформу, смотрим на леча, считаем сферы, раз, два. Теперь можно бить гневного духа, внимание. Да. Внимание, внимание. Если, конечно, сбивать... Если сбивать каст, то, наверное, можно срывать агру духа. Внимание, вышел третий дух, он все еще может вайпнуть рейд со 100% вероятностью.
Поэтому необходимо стопнуть дамаг и отвернуться спиной к духу. Нельзя бежать под ебало духа. Сферу. Внимание. Сферу. Сфера чуть не уничтожила рейд. Заражение. Помогаем захиливать хилам рейд. Дух еще не мертвый. Он может дыхнуть. Все, умер дух. А опасность миновала. Валька схватила человека. Он лишается своих циферок в рекаунте. Это про товар. Валиант и Инвизибл. Их надо захилить. Надо... Внимание, осквернение черепок. Надо отойти от него в срочном порядке. Захилить Синтека. Норлин сдох каким-то образом. Непонятно. Ладно, пускай полежит. Убьем без него. Так, сейчас будет осквернение одновременно с вальками. Надо захилить заражение и сейчас смотреть сначала на черепок. А потом, когда увидите черепок, отойти от него на 30 километров и потом начинать бить валик. Смотрим, черепок на халидринке. Все, это означает... Вальку-то, блядь, трусы-то стопните, блядь, тем самым встаем. А чего вы валик не бьете? Вы думаете... Печеньку выбивай. Если... Печеньку выбить. Если вы не будете их бить, мы просто вайпанемся и начнем заново. Робик никто не бил. Робик никто не бил. Какие-то мудаки на ДДРДД играют, не бьют валик. Наверное, IQ дохуя надо, чтобы нажать таб. Осквернение 1 секунда. 1 секунда осквернения. Черепок отходим. Синтека захилим. Заебет, но... Так, теперь подбегаем к личу поближе. Еще 10% до фазы. Хукмастер почему-то лежит. Мертвый, непонятно почему. Матфор, скрейсай. Бьем валик. Да что, два раза валику подряд. Скринение 3 секунды. Готовимся. Бегите от него. Так, сколько там процентов? 46. А, еще дохуя. Давайте на ту сторону идем. Может герой добить? Какая гера, ты чё? Трейси, Реса и Керсори. Оскверни. На край идем. 41. На край идем. Гим сдал. Тоже сдал. ТБМ Войт. Активируй сейчас. Так. Внимание, не бить духа. Внимание, на пол. Есть на пол. Не бить духа, все равно не бить духа. Все равно не бить духа. То сорвем. Я понял. Ладно, бейте уже, блядь, сейчас второй выйдет. Ой, бля, Синтек. Лучше второго сильно не бейте. Два танка ловят сало одновременно. Как дела у вас танки? Нормально, да, в одной точке они стоят? Они синхронизировались. Понял, блядь. Вот это другое дело. Так. Третий дух все еще может вайпнуться рейд, поэтому не надо срывать агро. Шары надо бить, их в два раза больше на этой фазе появляется. Шары, шары, шары. Шар добили. Его грима не могу прохилить, что. Фуловый дух. Фуловый дух, его надо бить. Так, Дикона засасывает в комнату. Дам ему исповедь. Вызов духа в центре. Танк нуб. Это Синтек, хули он не понимает. Так, осквернение 2 секунды. Черепок отходим. Сначала от черепка, потом идем прячемся за личом. Так, где же черепок? Вот лич. Так, Синтек. Бей. Так, а есть какой-то иннер по войду? Дайте там кто-то. Предчувствие там, дай. Кто-то. Уходим на другую сторону уже заранее. Скринение, секунда.
На портоваре сканение. Прячемся за лечом. Давайте керу. Все, выйти, духов словить. Там вар ловит. Что-то не отъехал. Отъехал. Ну конечно, если ебалом 10 штук сразу ловить, конечно. Чудесная мейзеро рез. Ой, вар. Сканение. Сканение, секунда. Бежим за лечом, на прячемся. Тот. Да, выходите, кто-то дайте хлопайте. Дайте сальву по ШП. Я хлопну. Я тоже. Микросола. Купите бункер за здоровье себе. Осквернение. Разбежали. Ну уже все. Вайп. Вайп, да. Ну пиздец, блядь, ну как то? Есть смысл начинать геру? Вот если бы минут 50 назад, блядь, это из-за моих, из-за моих дисконов, нахуй. Ну да, 4 босса можно закрыть хотя бы. Ты давай масуху. Он не успел. Он не успел нас резнуть. Он с фул хп резает, так что лучше так не делать. Я понял, не поскольку. Духи идут. О, кто там сдох? Духи идут. Духи не знают усталость. Гомосек, я что-то хуй знаю. Да. Тебе что, давай, сегодня начнем. Ну, я собрался делать. Меня а он не есть. Ну пока нету, да? Ну смотри, нет, нет. Не, в смысле, он у меня есть уже, как сейчас. Да просто луку лучше отдам, наверное. Ну и 4-4 ну, есть там на хп ли? Нет, нет, лучше отдам. Ну конечно. Тогда и нет смысла брать. Этой хуйни могу накидать. Так. Давай, сколько успеем в гере. Начнем. Че, репатью? Да, давай репатью.